Всем привет, ребят, с вами Валрос, и сегодня я оценю два сервера, это VimeWorld и Crystalix. Давайте не будем медлить и приступим к ролику, погнали! А сейчас я хочу порекомендовать тебе канал Фаста. На его канале вы научитесь делать крутые 3D арты, шапки и превью. А также парень снимает крутейшие ролики по SkyWars и продает лицензии Майнкрафта. Подписывайтесь, не пожалеете, ссылка в описании. Сейчас давайте подробнее поговорим о этих серверах. Crystalix и VimeWorld на данный момент практически самые лучшие сервера в СНГ. Хоть и Crystalix 2.0 открылся недавно, он уже обрел свою популярность благодаря ютуберу DMaster. Ну что, ребят, вам уже не терпится узнать, какой же все-таки самый лучший сервер в СНГ? Тогда не смею вас задерживать. Давайте приступим. Итак, ребят, первое, что я хочу сравнить на этих серверах, это лобби. Ребят, на самом деле лобби очень важная штука на серверах, ведь просто сервер без лобби это не сервер, вы сами понимаете. Сейчас вы на своих экранах видите, как я прямо сейчас бегаю по лобби на сервере Crystalix, и оно мне очень сильно понравилось, потому что оно очень красивое, тут просто все круто построено, и мне оно очень нравится, так что даже не знаю, сможет ли VimeWorld победить его. Сейчас я бегаю и прыгаю на сервере VimeWorld в главном лобби. И, ребят, тут тоже так же красиво, но есть один плюс. Сейчас зима, скоро Новый год, кстати, всех поздравляю с наступающим. И они постарались и сделали новогоднее лобби. Ребят, я думаю, за это прямо вообще можно поставить огромный плюс, потому что они стараются и сделали другое лобби в честь Нового года, поэтому отдаю плюс все-таки VimeWorld, потому что, ну реально, мне очень понравилось их лобби, особенно то, что оно зимнее, мне очень нравится, ребят. Я надеюсь, вы со мной согласитесь. Если же нет, напишите в комментариях, мы там договоримся. И, ребят, второе, что я бы хотел сравнить на этих прекрасных серверах, это количество мини-режимов и их валидность, то есть хорошие они или плохие. В Сталиксе 9 мини-режимов, и практически все мне понравились, кроме одного, Вампир Z. Мне кажется, он уже немного вышел из моды, так как, ну, практически никто на нем не играет. Также зачем-то добавили Тинтера, ну, непонятно на самом деле. На VimeWorld же 10 режимов, и все они очень прикольные, на них играют больше 500 игроков, на SkyWars играет больше 2000, и это вообще очень большой результат, ребят, я очень рад за VimeWorld, и именно он, к сожалению, Crystalix получает плюс. И, ребят, третье, что я бы хотел бы сравнить, это фишки, ведь фишки это самое главное на серверах, потому что без фишек сервер это практически, опять же, не сервер, потому что, ребят, на каждом сервере обязательно должна быть своя фишка. Ребят, если кто-то из вас хочет открывать свой сервер, обязательно позаботьтесь о том, чтобы на нем была какая-то фишка, чтобы чем-то он все-таки отличался от других. На VimeWorld, к примеру, это персонализация, и, ребят, она реально прикольная, просто это, мне кажется, самое лучшее, что только могло быть на сервере, потому что именно за это многие любят сервер, потому что тут можно поставить хоть моржика, хоть какой-нибудь там, не знаю, покебол рядом с собой, или завести себе питомца, или, к примеру, крылья красивые поставить сзади. Ребята, это прикольно, ребята, и я буду надеяться, что на Crystalix все-таки не хуже, давайте посмотрим. Ну что, ребят, Crystalix меня немного огорчил, потому что на нем всего лишь ты можешь открывать мистические сундуки по каждому режиму, и, ребят, это плохо на самом деле, но все равно, это хоть маленький, но хоть маленький плюсик для Crystalix. Ведь он только недавно открылся, и он уже молодец, он уже запускает игроков и уже сделал вот такой мистический сундук. Я, ребят, надеюсь, что будет все лучше. И, к сожалению, к Crystalix плюс достается VimeWorld. И, ребят, также главное, как и предыдущий пункт, это режимы. Я выбрал самый популярный режим в СНГ, то есть SkyWars, и оценил его на том и другом сервере. Давайте же посмотрим. Ну что, ребят, я уже нахожусь на сервере VimeWorld на режиме SkyWars. И, ребят, что первое я хотел бы вам сказать? Я хотел бы вам сказать, что тут и очень хорошие классы, которых я нигде не видел и которые очень прикольные. Ребят, я нахожусь в игре, у меня зависло, но это уже мои какие-то проблемы, я надеюсь. Ребят, окей. По-первых, вещи в сундуках, ребят, вещи в сундуках, они очень, прям вообще очень-очень-очень имбовые, то есть очень сильные, но, ребят, это вы сами понимаете, у противников такие же, поэтому баланс есть. И, кстати, меча нету в сундуке, вот вы это заметили, вот ни в одном сундуке не было меча, вот это минус, на самом деле, такой небольшой. Ладно, ребят, давайте построимся и уже посмотрим, что там будет.
Ну что, ребят, что можно сказать насчет PvP? PvP тут реально прикольное и интересное. Смотрите, ребят, я сейчас такой подхожу к чуваку, бью его, и, ребят, от него уже исходят какие-то всякие, смотрите, эффектики. И это типа кровь. И, ребят, это прикольно. Кстати, на Hypixel тоже такое есть. Да, можно включить, если кто не знал. Я могу даже вам сказать, как потом. Да, попозже, ребят, я скажу. И, ребят, прикольная, прикольная штука. Вот эти частицы. Так что, ребят, вот даже меня кто-то узнал. ГГ. Ну что, ребят, прямо сейчас я нахожусь на Кристалликсе, на сервере SkyWars. И, ребят, опять завис Майнкрафт. Да, это что-то мне с лаунчерами просто. Ребят, у меня что-то Java, я потом, наверное, исправлю. Так, первое, что я бы хотел вам показать, это киты. Киты на SkyWars очень странные, потому что они прям жутко похожи на киты с Hypixel. Может быть, даже это одни и те же киты. И, ребят, это очень-очень плохо. Классы никогда нельзя перейти, понимаете, ребят? Просто никогда. Это же так неинтересно. Прикольно придумать другие классы, какие-то новые. И, ребят, на самом деле тут немного Кристалликс облажался. Но, ребят, я надеюсь, они все-таки справятся. И я уверен, они будут крутыми. Ладно, что насчет игры? Я уже нахожусь в игре, и, чуваки, тут вещи немного, знаете, похожи. Но, ребят, тут есть баланс. Я заметил то, что тут блоков нормально так, знаете... Нормально, вот, снежки такие, меня кто-то даже стреляет, а, чуть не скинули, офигеть. Вот, к примеру, меч нашел, и, ребят, это, опять же, небольшой плюс. Ребят, вы понимаете то, что, к примеру, на Ваймворлде баланса меньше, чем на Кристалликсе. Это всем известно, все знают. Но я все равно решил вам это сказать, поэтому, ребят, ладно, ребят, я не знаю просто, что ставить, наверное, Кристалликсу. Ладно, поставлю ему один плюс, потому что, ну, баланс на самом деле важнее, чем класс, и... Мне кажется, SkyWars тут получше будет. Ну что, ребят, после моего сравнения выигрывает сервер Ваймворлд. И, ребят, на самом деле я за него очень сильно рад. К сожалению, Кристалликс проиграл, но я уверен, но он через месяц, 2 месяца, 3 месяца, год, он станет лучше. Я просто уверен, ребят, и я надеюсь на него, ребят. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и пока. Пока-пока.